Почувствуй себя собственником. С таким призывом к жителям дома номер 10 по улице Бахчеванджи в микрорайоне Чкаловске обратились администрация и активисты общественной палаты Щелковского района. В этой типовой многоэтажке проблем не меньше, чем в любом другом доме того же года постройки. Решить вопрос о содержании мест общего пользования жильцам много лет не удается. Нужно получить согласие большинства. Собирались несколько раз и безрезультатно. Напомнили собственникам, что его жители – хозяева дома, общественники района. Они заблаговременно повесили на подъездах объявления. В среду, в день первого собрания, активных собралось с десяток человек. По инициативе администрации вам в помощь мы пришли для того, чтобы помочь вам провести собрание, правильно, чтобы оно было легитимным. За моей спиной жильцы многоэтажного дома номер 10 по улице Бахчеванджи в Чкаловском. Сегодня здесь проходит первое собрание по выбору совета многоквартирного дома. Этот орган общественного управления необходим для взаимодействия с управляющей компанией. Благодаря совету выбирается план работы, ремонта кровли, установки видеонаблюдения. Ну и если управляющая компания работает плохо, то сменить ее. Жители сначала восприняли инициативу сверху с недоверием, но, пообщавшись с активистами, стали предлагать кандидатуры. Из 5 кандидатур будет выбран один. Если жребий пойдет на мою кандидатуру, да, то, соответственно, постараюсь не опозорить. Ситуация, на самом деле, сложилась плачевная, потому что объявления постоянно срывают, нету контроля. Сейчас вот первым делом нужно будет установить камеры видеонаблюдения, которые будут все это отслеживать. Председателей совет дома жильцы выберут уже на втором собрании, которое, скорее всего, пройдет в форме заочного голосования. Жители в конечном итоге поняли, какая задача стоит, какие полномочия возлагаются на совет дома. И для того, чтобы решить свои насущные проблемы в отношении вопросов ЖКХ, должен быть обязательно создан совет дома. В Щелкове в этом году планируется выбрать 150 советов. Такую цифру подтвердили в управляющих компаниях. По 10 адресам проведен первый сход. Выбрано порядка 60 управдомов. Остальные находятся в процессе голосования. Их жители согласились, дому нужен хозяин. Михаил Налетов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».